Привет, друзья! Сегодня ночью я вышел на улице, а там, оказывается, ночью как, пол первого вышел, а там снег, я думаю, о, какая красота-то утром будет. И вот она действительно, она настала. Исторические кадры! Вот сколько снега выпало в Анапе ночью. Полночь начался, как на Новый год. Такая зима у нас на Кубани. Да, такое бодрое утро. Бодрое, доброе. Вот чем отличается пенсионер от человека? Тем, что пенсионер смотрит и думает, как жалко, что я не прикрутил зимние колеса и прикручивать не буду, отсижусь дома. А человеку работающему надо ехать. Честно говоря, из дома выйти страшно. Почему? Потому что не только снег, а вот смотрите, какой снег. Он тут нападал в лужи. И лужи тебе, и снег тебе. И провода, провода. Самое ценное, что у меня есть сегодня, это провода. Поэтому я снимаю быстро. Потому что завтра потом может не быть ни электричества, ни интернета. Есть такая опасность у нас. А ведь еще вчера все было иначе, и я жаловался на ту жизнь. Вот вам анапская зима. Идем все мокрые. Пошли погулять к морю с хорошими мыслями, с благими намерениями. В итоге идем все мокрые, ветром нас продувает. Ну не все, у меня еще кроссовки даже не промокли. Нормально, нормально. Солнца нет. Вот такая вот зима. О, говорят, 300 дней солнечных в Анапе. Где? Где? Где солнце? Обманывают нас, обманывают нас. Мы потом сюда приезжаем здесь. Ни электричества, ни света, воды мало, канализации нет. Вот. Так, это... Я всю правду буду говорить. Юка южная. Период закаливания. Какие красоты на почтовых ящиках. На ручке, пока соседка не вышла. Вот фотографам раздолье. Надо им просыпаться. Быстро фиксировать. Тем более, что они владеют фотошопами всякими. И могут сделать фотографии покрасивше, чем я. Так бы славно было посидеть на лавочке, попить кофе на берегу ручья, тем более, что он приобрел совершенно цивилизованный вид. Даже и не думаешь, что тут вся гастагайка сливает и сбрасывает все, что можно в этот ручей, который потом впадает в Карачумыш. А Карачумыш, господи, не Карачумыш, как же он называется-то, речка-то наша. Вот такие красоты, вот такая Кубань. И обещают нам это похолодание на неделю. С 15 до 22. Вот какой у меня виноградник во дворе. Красота. Сегодня радость у Сереги, у моего соседа и земляка. Потому что он сегодня не только кур покормит с утра, и это будет ему зарядкой, но еще достанет из гаража снеговую лопату, которую он привез с собой из Кемерово, и будет чистить снег. Может быть, даже я наберусь мужества, энергии и побегу к нему. Ну, не только поснимать. Может быть, он мне даст тоже снег почистить.